Актер Никита Джигурда в 2008 году сочетался узами брака со спортсменкой Мариной Анисиной. В 2016 году она подала на развод, однако в прошлом году супруги воссоединились. Таким образом, отношения Джигурды с женой длятся порядка 10 лет. Артист неоднократно признавался, что несмотря на долгий брак и то, что он бывает по несколько месяцев не видится с женой, между ними не проходит чувство взаимной страсти. В студии программы «Легенда», транслируемой в эфире телеканала RTVI, Джигурда рассказал, что даже на расстоянии старается думать о супруге и периодически общается с ней по видеосвязи на довольно пикантные темы. Также артист заявил, что жена не ревнует его к коллегам по шоу-бизнесу, ведь знает, что он никогда даже не допустит мысли об интимном контакте с ними, несмотря на то, что позволяет себе их обнимать и целовать. «Мы, бывает, год не видимся тактильно. Мы каждый день созваниваемся по несколько раз, на видеосвязи». Напомним, что в браке Джигурды и Анисиной родилось двое наследников – 13-летний Мик Анжель Крист и 12-летняя Эва Влада. При этом артист является многодетным отцом. У него есть сын от первой жены Нелли Джигурды и сыновья от гражданской супруги Яны Павелковской. Несмотря на это, Джигурда неоднократно заявлял, что не считает себя хорошим папой, ведь практически не видится с наследниками.